пришли на рассвете 15 октября 1917 года. Она оделась неторопливо и тщательно, как всегда, заколола булавками шляпу. Ее вели по пустым, скудно освещенным тюремным коридорам. Тяжелые шаги ее зловещего эскорта гулким эхом отражались от мрачных стен тюрьмы Сен-Лазар. Потом ее привезли на плац. Она попросила только не завязывать ей глаза. Говорят, что изо всех пуль цель попала только одна и попала прямо в сердце. Так было или не так, уже не скажет никто. Это просто одна из бесчисленных легенд жизни и смерти фантастической, выдающейся женщины. Мы впервые принимаемся за подобную историю рядом с судьбами великих, гениальных ученых, художников, писателей. Это скандально известная танцовщица и, быть может быть, шпионка, выглядит фигурой чужеродной. Но она гениальная женщина, и уже это одно дает нам право попытаться выяснить, кем же она была в действительности, какую прожила жизнь. В нашем распоряжении есть много любопытных материалов, документов, историй, даже протоколов судебного заседания. Вот на всем этом мы попробуем разобраться, ответить на вопрос, кем же была Мата Хари. Мадам, назовите суду свое имя, год и место рождения. Меня зовут Мата Хари, что в переводе с яванского означает «Око утренней зари». Я родилась в 1876 году в джунглях острова Ява. Мой отец был майором английской армии, а мать – языческой танцовщицей. Мать умерла при родах. Отец обожал меня. Я росла в любви и заботе. Но мое счастливое детство закончилось слишком рано. Пират Джон Петерсон надругался надо мной и убил моего отца. Я убежала в храм, где когда-то служила моя мать. Там я научилась ритуальным танцам. Мадам, вы слышали вопрос? Назовите свое имя. Меня зовут Маргарет Гертруда Зелли. В действительности она родилась в Голландии, в маленьком городке Лейварден в августе 1876 года. Ее отец Адам Зелли был шляпником. Ему очень хотелось быть богатым или, по крайней мере, выглядеть богатым. Поэтому он носил две цепочки от часов, хотя самих часов у него не было. В 17 лет родители отправили Маргарет в Гаагу под присмотр строгого дяди. Опека очень быстро наскучила молодой девушке, и она начала искать способ зажить самостоятельно. Тут-то ей в руки и попалась газета с брачным объявлением. Офицер, состоящий на службе на Индийских островах, хотел бы познакомиться с молодой девушкой с целью заключения брака. Его звали Рудольф Маклеуд. Он был старше меня лет на 20 и происходил из старинного шотландского рода. Муж любил меня как отец. Мы уезжали иногда на лошадях ранним утром и скакали верхом часами сквозь солнце и дожди. Моя жизнь была тиха и безмятежна. Мы жили в гигантском бунгало, стоящем на границе леса и пляжа.
Меня обслуживали 12 служанок. В действительности Рудольф Маклеод увез Маргарет на маленький остров в Индийском океане. Они поселились в убогой хижине на берегу болотистой речки. У представителя старинного шотландского рода вскоре обнаружился скверный характер, тяжелая рука, хронический алкоголизм, а также куча наложниц и внебрачных детей. Но ни к этим ребятишкам, ни к своим законным сыну и дочери Маклеод не питал никаких нежных чувств, как, впрочем, к молодой жене. В 1899 году в семье Маклеодов произошла трагедия. Сиделка, пытаясь отомстить за что-то хозяину, отравила детей Маргарет ядом. Девочка выжила, а сына спасти не удалось. Может быть, именно этот факт и стал причиной развода Маргарет с Маклеодом. А может быть, Маргарет просто надоел ее вечный пьяный муж. Так или иначе, но в 1904-м они оформили развод, и Маргарет вернулась в Париж. По гороскопу она была змеей, опасность и таинственность притягивали ее как магнит. Почему вы оказались именно в Париже? Не знаю. Но мне кажется, что всех жен, сбежавших от мужей, тянет в Париж. Чем вы занимались в Париже? Я собиралась стать натурщицей, но меня не взяли из-за маленькой груди. Хотите? Покажу. Я протестую. Это попытка соблазнения. В Париже Маргарет находит работу в знаменитом цирке Мольер. Именно мсье Молье посоветовал ей попытать счастье в роли исполнительницы восточных танцев. Дебют состоялся в конце января 1905 года на благотворительном вечере в салоне русской певицы госпожи Кириевской. Маргарет заметил месье Мюзе Гиме, богатейший промышленник и хозяин музея восточного искусства. Гиме приходит в голову экстравагантная идея устроить выступление яванской танцовщицы в своем музее. Вместе с месье Гиме Маргарет придумывает себе псевдоним Мата Хари. Мата Хари появилась перед зрителями в роскошном восточном одеянии из коллекции Гиме. Во время танца она постепенно разделась, оставив на себе только браслеты и жемчужное ожерелье. На следующий день газеты писали: «Мата Хари воздействует на вас не только движениями своих ног, рук, глаз, губ. Нестесненная одеждами, Мата Хари воздействует игрой своего тела. Даже оставаясь неподвижной, она околдовывает зрителя, а уж когда танцует, ее чары действуют магически». В 1905 году Мата Хари 30 раз выступала в самых роскошных салонах Парижа, в том числе 3 раза в особняке барона Ротшильда. И Париж пал к ее ногам. А следом сдались Берлин и Вена, Мадрид и Монте-Карло. Уже в январе 1906-го Мата Хари едет в Мадрид на свои первые зарубежные гастроли. Затем опера «Монте-Карло» приглашает Мату Хари танцевать в балете «Масне». Сам Масне признавался после спектакля: «Я был счастлив, когда смотрел, как она танцует». Пучини, находившийся в этот момент в Монте-Карло, посылает в номер отеля Маты Хари корзину цветов. Газета «Гудуа» утверждала: полностью обнаженная Мата Хари, новая Соломея, заставляет терять нас голову. Спектакли идут при переполненных залах. В честь знаменитой танцовщицы устраивают вечера банкиры и промышленники, министры и высшие военные чины. В
Все они без исключения влюблены в обворожительную Мату Хари. Говорят, большинство из них – ее любовники. Мадам, поясните суду, почему вы искали контакты со служащими вооруженных сил? Мой муж был военным, и я всегда предпочитала мужчин в военной форме. Вы имеете в виду немецких офицеров? Тех самых, которые платили вам за донесение? Моя подзащитная не получала плату за донесение. Это была плата за любовь. Ночь с Матой Хари стоила целого состояния. Финансисты, промышленные магнаты, члены правительства выкладывали по 20 тысяч франков всего лишь за несколько часов, проведенных в обществе знаменитой танцовщицы. В качестве платы современная Миссалина, как сама себя называла Мата Хари, брала также бриллианты, меха, виллы на побережье. Горничная Маты Хари рассказывала. В Германии у нее был роман с одним немецким офицером. Он возил ее на маневры к азеровской армии. Ей всегда нравились мундиры, эполеты, шпаги. Мужчины сходили с ума и были готовы на все ради этой женщины. Ради того, чтобы владеть ею хотя бы ночь. Или украсть ее у другого хотя бы на час. Или хоть на минуту завладеть ее вниманием. Кто-то жертвовал ради нее карьерой, кто-то состоянием. Этот несчастный биржевой маклер так быстро разорился. Ему даже пришлось заложить свой замок на Луаре. Ей очень нравилось жить в этом замке. Многие были влюблены в Мату Хари до беспамятства. Многие просто пользовались ею, как вещью, купленной на распродаже. Мне этот барон Виктор никогда не нравился. Черная борода, заросшие брови, нос крючком. У него был взгляд охотника. Барон Виктор профинансировал фильм с участием Маты Хари. На премьеру авантюристки с Востока она пригласила весь высший свет Парижа. Зал был набит до отказа. Все пришли заранее. Опоздал только один человек. Военный атташе при посольстве России, штабс-капитан Вадим Маслов. Мадам, я прибыл из Санкт-Петербурга с единственной надеждой встретиться с вами. И 38-летняя женщина, опытная куртизанка, влюбилась. Первый и единственный раз в жизни. Вадим ответил взаимностью, но вскоре был вынужден уехать в расположение своей части. А следом из Парижа уезжает и Мата Хари. Она едет в Берлин для участия в балете «Похититель миллионов». Но тут начинается война. Мадам Зилле, расскажите суду, где вы находились в день объявления войны? В Берлине. Утром я завтракала с одним полицейским комиссаром. Вы знали, что он руководит зарубежным отделом германской разведки? Нет. Нам известно, что он передал вам 30 тысяч марок. Да. Для каких целей? Какие шпионские поручения вы должны были выполнить? Он дал мне эти деньги в уплату за то, что я ему отдалась. Он был моим любовником. Выбраться из воюющей Германии во Францию не так-то просто. И Мата Хари едет в Голландию. Она оказывается в Амстердаме осенью, без денег, без друзей, покровителей, даже без гардероба. Все ее вещи по причине военной неразберихи то ли остались в Берлине, то ли отправлены в Париж. Но Мата Хари тут же знакомится с голландским банкиром. Щедрый банкир оплачивает и дорогой отель «Виктория», и все счета. Другой богатый покровитель снимает ей дом в Гааге и помогает получить ангажемент Гаагского королевского театра. На сцене этого театра Мата Хари танцует в конце лета 1915-го. Ее финансовые дела вроде бы поправляются, но ненадолго. Новая осень приносит старые проблемы. Деньги кончились, контракт не продлевается, выехать в Париж невозможно. И, как всегда, на выручку приходят поклонники. Еще зимой, полгода назад, в казино, Мата Хари знакомится с очень приятным человеком – Карлом Крамером. У него обширные связи и большие возможности.
Крамер руководит официальной германской информационной службой в Амстердаме. Мадам Зеле, признаетесь ли вы в том, что во время пребывания в Голландии вы были завербованы консулом Крамером? Он просто приходил ко мне в гости накануне отъезда во Францию. Не попросил ли он вас собрать интересующую его информацию и не заплатил ли он вам 20 тысяч франков? Вы думаете, я недостойна таких больших денег? Но по одной из версий, Крамер все-таки вербует Мату Хари и даже присваивает ей кодовый номер H21, а также выплачивает 20 тысяч франков. Перед отъездом в Париж он отправляет ее в Антверпен. Там Мату Хари спешно обучают шпионскому делу. Ее учат вести наблюдения, передавать информацию, но особое внимание уделяют применению химических чернил. Мы провели анализ содержимого подозрительного флакона. Вот результаты. Во флаконе содержатся чернила для тайнописи, которые можно приобрести только в Испании. Это просто щелочной раствор. Он используется в интимных целях. Так? А флакон действительно испанский. В прошлом декабре мне прописал его один мадридский доктор. Это правда. Франция воюет. Париж живет своей обычной жизнью. Почти обычной. Развлечений меньше, но в честь Маты Хари по-прежнему устраиваются банкеты и вечеринки. Высшие военные чины Франции приглашают ее на свои торжественные приемы. Жизнь входит в обычное русло, но Мата Хари не может долго сидеть на одном месте. Она начинает гастроли по воюющей Европе. Испания, Португалия, Голландия, вновь Испания. В Мадрид она приезжает в феврале 16-го и встречается там с одним немецким офицером. Майор Калле – военный атташе германского посольства. Он приятель Карла Крамера. Из секретного донесения майора Калле консулу Крамеру. Агент H-21 прибыл в Мадрид, просит денег. Майор Калле галантен, сдержан. Он очень красиво ухаживает за Матой Хари. Однажды он целиком снимает какой-то шикарный ресторан, и там всю ночь для Маты Хари танцует фламенко. Мата Хари тоже танцует фламенко для майора Калле. Через майора Калле Мата Хари получает денежные переводы из Амстердама. Деньги ей очень нужны, потому что сейчас она дает только благотворительные концерты. В материалах дела, помимо личных документов танцовщицы и перехваченных британской разведкой радиограмм майора Калле, имелись подтверждения дисконт-банка о получении Маргарет Гертруда и Зелли денежных переводов из Амстердама. Судебное заседание было закрыто. В зале находились только члены трибунала, обвинитель, защитник и сама Мата Хари, подозреваемая в шпионаже. В первый день суда перед членами трибунала выступали свидетели обвинения. Большинство – офицеры штаба. Звания, усы, эполеты. Многих Мата Хари знала близко, очень близко. Но были и такие свидетели, которых она видела впервые в жизни. Если эту женщину нельзя расстрелять как шпионку, ее нужно сжечь как ведьму. Она спала с немецкими офицерами. Она получала деньги от немцев. В июне 16-го Мата Хари вновь возвращается в Париж. Собственно, Париж ее интересует мало. Ей нужно попасть на курорт Витель в Агезах. Там проходит курс лечения штабс-капитан Вадим Маслов. Но курорт находится в запретной военной зоне. Для поездки туда нужен пропуск. А пропуск могут выдать только в Париже. Кто-то советует ей обратиться к шефу французской контрразведки капитану Ладу. Капитан Ладу мгновенно решает все проблемы. Мата Хари получает пропуск и уже 1 сентября встречается с Вадимом. Агента капитана Ладу
докладывали своему начальнику. Она проводит в обществе штабс-капитана все свое время. В ее почте ничего подозрительного не обнаружено. Вернувшись в Париж, Мата Хари идет к капитану Ладу. Она хочет отблагодарить его. Она умеет быть благодарной. Я сказала капитану Ладу, что могу оказать ему услугу. А он сказал, лучше окажите услугу Франции. Я засмеялась и сказала, что подобные услуги очень дорого стоят. Я думала, что он шутит. Но он был совершенно серьезен и спросил, сколько бы я хотела получить за сотрудничество. И тут я поняла, что нужно делать. Я получу деньги от Ладу, выйду замуж за Вадима, и мы вместе уедем куда-нибудь в тихую, спокойную страну. Я подумала, что 500 тысяч франков нам с Вадимом хватит до конца жизни. Но на всякий случай попросила миллион. Свидетелей защиты было всего двое. Первым в суд вызвали капитана Ладу. Я знал, что мадемуазель Зели была немецкой шпионкой. И никогда не испытывал к ней доверия. Но вы давали ей поручение. Вы обещали ей миллион франков. Я? Иллюзия алчной женщины, думающей только о деньгах. Два месяца Мата Хари живет в Мадриде. Немецкий резидент майор Калле водит Мату Хари по дорогим ресторанам. Французский резидент полковник Данвинь кормит обедами в дешевых забегаловках. Немцы шлют деньги, французы считают, сколько денег дали немцы. Из донесения майора Калле консулу Крамеру. Агент H-21 был завербован французами. Просит денег и дальнейших указаний. Из ответа консула Крамера. Дайте ей указание вернуться во Францию и передайте чек на 5000 франков. В январе 1917-го Мата Хари едет в Париж. Это ее последнее возвращение. У защиты есть еще свидетели? У меня есть письмо от очень важного свидетеля. Письмо адресовано вам, Ваша честь. Защитник, мэтр Клюне, был уверен, что письмо штабс-капитана Маслова спасет Мату Хари. Он знал об их любви. Сам отправлял Вадиму последнее письмо Маты Хари, которое она написала в тюрьме. Мой Вадим, моя любовь. После мрачных последних дней я вновь начинаю видеть свет. В какой-то момент я совсем отчаялась. Эти тюремные стены, эти военные, которые без конца задают мне свои ужасные вопросы. Но я невиновна, и они поймут это. Мы скоро будем вместе, навсегда вместе. Потому что они не должны, они не посмеют меня. Но Маслов предал ее. Я хочу уточнить, что мои отношения с женщиной по имени Мата Хари были прерваны много месяцев назад, так как я принял решение вернуться в Россию. В Париже Мата Хари снимает номер в Элизе Палас отель. Она не знает, что осталось всего 40 дней свободы. Ей тоже 40. Утром 13 февраля в дверь ее номера постучали. Шестеро мужчин в форме предъявили ордер на арест. Трибунал вынес свой приговор только на основании ее взаимоотношений с немцами. Обвиняемая, признаетесь ли вы в том, что занимались шпионажем в пользу Германии? За исключением Франции, я не шпионила ни для одной другой страны. Мадам, но вы предали Францию. Я никогда и никого не предавала. Это меня предали. Военный суд, признав голландскую подданную, именующую себя Мата Хари, виновной в шпионаже против Франции, постановляет осудить ее к смертной казни. По прошествии нескольких лет обвинитель Маты Хари сказал, знаете, в ее деле показаний не хватало даже для того, чтобы отстегать кошку. 3 года назад, в 2001 году, фонд Маты Хари и муниципалитет голландского города Леевардена подали официальный иск
на имя министра юстиции Франции о пересмотре итогов закрытого процесса, на котором Мату Хари обвинили в шпионаже и приговорили к смерти. Основанием для подачи такого иска послужили документы, обнаруженные в архивах Франции, Голландии и Германии. Эти бумаги утверждают, что Мата Хари никогда не работал на германскую разведку, хотя и была завербована немцами. Вот так.